Узнать больше о родном крае можно в викторине «Я знаю свой город» на нашем телеканале. В этот раз речь пойдет об одном из древнейших приходских муромских храмов. Новая телевизионная загадка в сюжете. История Муромского приборостроительного завода и жизнь знаменитого муромского художника Морозова неразрывно связаны. Андрей Васильевич работал здесь техником-конструктором и изобразил портреты первых награжденных, вошедших в книгу почета завода, а также момент вручения первому директору Красного Знамени наркомата боеприпасов. На вопрос предыдущей викторины правильно ответила Эвелина Селянина и получает за это призы от Владимирского хлебокомбината. Он родился в селе Молотицы и должен был идти по стопам отца, должен быть сельским кузнецом. Но мальчик родился левшой, но проявил большие способности в детстве к рисованию. Он рисовал портреты односельчан и копии с известных картин. Стал известным художником, возглавил династию Морозовых. Знаю свой город, я люблю Муром. Новая телевизионная загадка будет посвящена юбилейной дате. В этом году ее отмечает древнейший приходской храм нашего города – Никола-набережный. Церковь названа в честь Николая Чудотворца, покровителя плавающих и путешествующих, поэтому и построена у Оки согласно древней традиции – строить никольские храмы у воды. Никола-набережный храм стоит на месте, где с самых древних времен совершалась христианами молитва. Первые упоминания о храме как уже о существующем и находящемся под покровительством благочестивого русского царя Иоанна Васильевича Грозного мы находим под 1556 годом. В это время храм был деревянный с двумя пределами. У храма очень богатая история. В древности местность вокруг храма считалась наиболее обжитым районом Мурома. Здесь находилась Пушкарская слобода, и храм посещали пушкари, в то время элита армии, а также рыбаки, которые поставляли рыбу к царскому столу. Храм в том виде, в котором мы знаем его сегодня, строился 147 лет. В 1700 году настоятель московского храма Воскресения Славущего иерей Дмитрий Христофоров на свои средства строит здесь каменный четверик и посвящает его также святителю Николаю. Какую очень важную храмовую дату отмечает наш приход в этом году? Итак, какую важную дату отмечает приход Никола-набережного храма в этом году? Если вы знаете ответ, ждем его во вторник с 14 до 15 часов по номеру телефона 998-55. Первый, кто даст верный ответ на телевизионную загадку, получит приз. Регина Ломакина, Александр Симонов, специально для новости Муром. Викторина проводится при главной финансовой поддержке магазина игрушек «Бегемотик».